Статуя российской императрицы 18 века Екатерины Великой была вывезена из украинского города Одесса в среду вечером. В ту же ночь был демонтирован и памятник русскому полководцу Александру Суворову. В разгар войны России в Украине Киев активизирует усилия по стиранию следов советского и российского исторического присутствия из общественного пространства, снося памятники и переименовывая сотни улиц и других мест. Одесситы встретили демонтаж памятников со смешанными чувствами. Чисто у меня такое же история, знаешь, оставаться история, хорошая она или плохая. В октябре Одесский горсовет опубликовал результаты интернет-опроса. Мнение одесситов о том, должен ли памятник остаться, разделились почти поровну. 50,2% выступили за то, чтобы он был полностью разрушен. Чуть более 36% считают, что его нужно оставить с историческим объяснением. 8,3% были за то, чтобы оставить без изменений. А 4,2% предлагали передать статую в музей. Екатерина Великая считается основательницей Одессы.